Эй, йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами, как всегда, Шумора, и добро пожаловать в последний день на Земле. И как вы видите, прямо сейчас мы с вами добрались в бункер Браво. В тот самый страшный, вонючий Браво-бункер, в который я обещал вам прийти на прошлой серии. И сегодня я взял с собой ВСС-очку, ломик, биту, сам пропуск в бункер Браво, много разных аптечек и еду для того, чтобы ворваться туда и найти там кучу-кучу эквипмента, ребята. Я не знаю, сколько мы эквипмента там найдем, я не знаю, насколько там будет страшно и, соответственно, сложно, но, по крайней мере, мы, ребята, с вами попробуем это сделать. Мы попробуем ворваться, намесить там всех и забрать все, что нам нужно. Черт побери, ребята, это восхитительно. Так, спокойно. Вот он, бункер Браво. Когда ты войдешь туда, мне писали в комментариях, на тебя нахлынет волна огромных вонючих зомби, от которых ты никогда не отобьешься. Так мне писали в комментариях. Давайте про... Ёбаный! Давай! Давайте, блядь! Давай, да, вы правы были. Ребята, кто это видел? Вы видели, что я наделал? Я просто уничтожил. Я уничтожил весь бункер Браво, ребята. Вы были правы. Я думал, вы меня обманываете, что... А, хлынет огромная вонючая волна зомби. Ёпту, вот это было эпично, на самом деле. Вот это они нам попались. Господи, это еще не все! Надо кайтить, братик. Надо кайтить. Так, хорошо, взрывайтесь, петушки. Так, тихо, пускай взрываются. Спокойно. Фух. Это жестко было. Мне как раз веревочка нужна. Ребята, это было очень жестко. Это было очень больно. Я надеюсь, что там больше не будет, господи боже мой. Бункер Браво. Рейд на бункер Браво. Жалко, что, к сожалению, не так много хабарчика. Я нахожу стел, и оно, этот хабарчик не такой, который мне хотелось бы видеть. Мне хотелось бы видеть что-нибудь плотненькое и сочненькое. Так. Так, хорошо. Теперь мы можем заняться обыском, ребята. Это же то, чего мы хотели. Это же то, как то, чего мы так хотели. Это бункер куда? Бункера Чарли. По-моему, у меня есть бункер Чарли. Так, ладно. Водичка, едичка. Забираем, скушаем. Так, взять все. Да, вот так вот сделаем. Это пока все оставляем. Бункер Чарли, по-моему, у меня есть вход, поэтому это не самое важное. Меня интересуют вот эти вот шкафчики. Все-таки здесь должно быть очень и очень много хабарецкого, ребята. Я надеюсь на полный комплект снаряжения. Фух! Касочка! Военные ботинки, ребята. Так, радостно. Двигаемся дальше. Жалко, касочка покоцанная немножко. Но, бля, это очень плотненько. Это... О, девочка моя! Спасибо, я вернул еще одну эмочку, ребята. Я вернул еще одну эмочку. Шапочку заберу, ботиночки заберу. И я вернул, ребята, медикаменты. Боже мой, я все-таки то, что я, грубо говоря, потерял, я вернул. Это очень и очень круто, ребята. Этот эквип я очень сильно ждал. Ох, надеюсь, места хватит на все. Ох, надеюсь, мне подшипник не нужен. Подшипник не нужен, батарейки тоже пока брать не буду. В любом случае, я могу в любой момент, как я понимаю, вернуться в этот бункер и забрать все эти девайсы, которые я сейчас не взял. Когда они мне понадобятся. Там труба от мотоцикла, по-моему, но мы пока мотоцикл не собираем. Меня интересуют как раз вот такие вот вещи, как, например, хорошее снаряжение. Потому что снаряжение в этой... Ух, это мы дам... Ох, как плотненько, ребята. Вот это я понимаю плотненько. Так, вот эти болты, металл, это все не нужно. Это я потом заберу отсюда. А у нас снова мощная снаряга. Это очень радует. Так, а вот двигатели я, наверное, заберу, потому что они реже всего как бы находятся. Их реже всего можно найти. Далее, что нам нужно еще сделать? Нам нужно произвести крафт. А, нам нужно произвести крафт бинтов, чтобы ткань у нас не валялась. И, в принципе, ребята, мы с вами проделали огромную работу в этом бункере. Мы его полностью зарашили, мы полностью его уничтожили. А, ребята, вот это да, убил просто сотни зомби, вы представляете? Сотни зомби были поражены, повержены и уничтожены. Вот это я понимаю, вот это серия, ребята, вот это лайка достойно. Эмочка, видите, тащит... Так, событие. Событие где-то рядом. Но нам нужно отнести сначала домой. Давайте мы сходим домой.
Мы сходим домой. Потом отнесем, соответственно, все, что нам нужно на события. Потом уже будем гулять по разным другим вещам. В принципе, все у нас довольно плотненько идет. М-ки тащат в этой игре, если честно. Но я думаю, М-ки надо использовать только тогда, когда ты, плохо себя чувствуешь по оружию, да? Лучше М-очки оставить дома, потому что... одну я М-ку оставлю с собой. Одну я ее добью, если вдруг мне будет сильно плохо. Это будет у нас как прикрытие, скажем так, да? И еще нам нужно будет скрафтить с вами сегодня выделку кожи, по-любому. Но прежде чем мы всем этим займемся, крафтингом, мы сейчас сходим как раз на точку. Посмотрим, что там. Так, ВСС-ку и М-ку я эту выкладываю. Также выкладываю комплекты одежды, которые здесь имеются, да? Биту и ломик я возьму. Так. Где-то у меня был ящик интересный, да. Вот он ящик. В принципе, довольно хорошее количество ресурсов у нас. А нарубать я ничего не собираюсь, поэтому мы просто сразу же отправляемся туда, но не с М-кой в руках. М-ку в руках будем трогать только для серьезных каких-нибудь баталий, противостояний. А так мы сейчас пойдем чисто на вызов. Мы сейчас сходим на вызов, нафармим там каких-нибудь девайсиков, соответственно, и получим от этого удовольствие. Я очень сильно надеюсь, что мы удовольствие от этого получим. Так. Красные зоны. Нам нужно вот сюда. Если там ничего не будет, то мы, соответственно, забежим с вами в какую-нибудь желтую зону. А мне кажется, это будет очень актуальненько. Неплохо. Неплохой такой бункер, браво, ребята. А я думал, что будет легче на самом деле. Мне ребята, конечно, писали то, что вот там выбегут огромные волны зомби, Я думал, огромные, выбежит там 5 зомби. А тут нихера, тут реально 2 волны таких зомби, ребята. Просто жесть, я такого вообще не ожидал. Это дичь какая-то. Очень жестенько написосили мне там. Но мы, по крайней мере, окупили с вами все это дело. Уровни получаем. Сейчас лутецкий забираем. Хочется пить. Сейчас попьешь, братишка. Ты главное посмотри, что в луте. В луте должны быть какие-нибудь ништячки, которые нам с тобой пригодятся. Обязательно посмотри, что в луте. Опачки. Давно я не находил пистолета здесь. Не знаю, нужна ли это резиновые детали. Используется для сборки транспорта. Кстати, довольно редкие детали, насколько я понимаю. В принципе, хорошо, что они нам выпали. Так. Воды, в принципе, довольно большое количество, поэтому бутылки мы уничтожаем. Это нам абсолютно не нужно. Давайте пофармим зомбарей. Посмотрим, что здесь по зомбарям. И имеются ли они вокруг. Что-то, кстати, очень странно. Вроде бы дроп упал в точку, а зомби вообще нет. Что за хрень? Где зомби-то? Так, вот один подгрузился. Так. Где еще зомбари? Меня интересуют все вонючие негодяи и подлецы, которые здесь могут бегать. Ходить, прыгать. Да, никого здесь нет. Ладно, хорошо. Тогда сейчас выдвинемся в зону, потом будем крафтить и делать все остальное. Давайте придем вот сюда. Форманем здесь ящики с лутом и прочее. Посмотрим, что там может быть. Может быть, здесь какие-нибудь зомби нам будут доставлять. Но так-то, в принципе, все довольно хорошо на самом деле. То есть, хабарчика я там взял большое количество. Это второй бункер, который мы уже с вами вскрыли. Так, а где все зомби, я не понимаю. Зомби вымерли, что ли? Они без меня не жили? Не понимаю. Так, ладно, пора бы взять вот этого всего. Откушать еду, которая вся здесь есть. Микросхемы брать пока не будем. Ищем другие девайсницы. Ищем другие коробочки. Зомби надо мочить. Мочить хладнокровно, пока их много. Прокачивать левелочек. Вроде куртку мне сейчас скоро разберут уже, ребята. Куртка моментально уходит вниз, да? Да, куртка вообще портится. Моментально. Так, вон там коробочку вижу. Сейчас зомбарей соберем. По стелсу не будем с ними работать. Вот и шапочки конец. А кто верил в нее, тот молодец. Это хорошо. Вот так вот, давайте. Давайте, нахерачивайте меня. Нахерачивайте, так, хорошо. ХПшечку восполнили. Забираем сейчас хабарчик. Может левелочек еще возьмем. Так, еще одно колесо.
еще вот это все забираем. Это, кстати, очень важно. Потом, когда транспорт появится, транспорт как бы есть уже, возможен для крафта, да, но его пока, к сожалению, как я понимаю, заюзать нельзя. И вот когда он появится, это будет просто бомба, ребята. Это будет очень круто. У нас уже будут девайсы, чтобы его собрать. Так. Давай, сладкий. Монтировка об них, кстати, не так быстро, в принципе, крошится. Так, уже голышом бегаем. Уже голышом, уже урон должен проходить дичайший. Все, что ли? Опа! Здравствуй, тебя я ждал. Нифига он рубит меня с дубины. Ты чё, блин? Какой это левел игрока, ребята? Ох, как хорошо ты мне принес, братюнчик. Ох, как сладенько ты мне принес. Так, 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 веревочки, веревочки, веревочки. Ткань собирать сейчас не будем. В принципе, это ничего не нужно. Что у меня по ботинкам? Да, у меня уже здесь все дохлое. Поэтому переодеваемся вот таким вот образом. Так, здесь нарубаем дальше. Как это сломалось? Так, а где, кстати, дубинка в руках того бомжа? Надо бы дубиночку взять у него. Да, дубиночку надо взять. Сейчас мы нашу дубиночку потратим. Она, кстати, неплохо так дэмэджа вносила. Но она вносила дэмэджа, скорее всего, потому что я, в принципе, был не одет, как мне кажется. Только чисто из-за этого. Поэтому было большое количество урона. Так, ну что тогда? Мы сейчас сходим на базу, получается. Поставим кожевыделку. Опа, торговец выходит на связь. Интересно, а что там у торговца? Может быть, у него какие-нибудь топовые вещи опять? Опять. Он, точнее, в прошлый раз говнеца нам сказал, гвозди мне принеси, которых нет. Ладно. Торговцу сходим, но сначала сходим на базу. Сначала сходим на базу. Еще меня ребята просили заглянуть туда, откуда выходит орда зомби. Вот именно в эту локацию. То есть, я не знаю, но это можно сделать на следующей серии. Надо будет снарядиться получше, хотя, в принципе, у меня снаряжение как-то довольно быстро живет, скажем так. Оно умирает моментально. Хрен его знает, как надо снаряжаться. Но эмочки, кстати говоря, хватило на неплохое количество зомбарей. Так, 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 мы сходили в зону, надо помыться. Надо помыться. Так, сейчас помоемся. Сейчас будем брать ресурсы для крафта и складывать то, что нам нужно, не нужно. Так, нужно ли нам что-то вот сюда? Нужно ли нам что-то вот сюда? Так, ладно. Это не тот сундук. Это тоже не тот сундук. Вот сюда нам нужно вот так вот сделать. Вот так вот сделать. У нас есть в итоге... а что, колесо не стакается? Бля, вот это неприятно. Кабелей у нас и так огромное количество просто. Бензобаки, вот это вот все. Надо что-то уже собирать, потому что... Как вы видите, ребята, что-то как-то не очень... Что-то как-то не очень все по месту у нас. Так, ладно, вот сюда тогда пока закину. Водичку тоже сюда. Мяско вот сюда тоже закину. Так, что нам нужно? Нам нужны... Вот здесь я уже складывал ресурсы, по-моему, которые мне нужны. Так, значит, мне нужны вот эти вот ресурсы. Вот эти вот ресурсы. Вот эти вот ресурсы, да, по-моему? Так, идем вот сюда. Выделка 0,5, 11,15. Больше веревок и металлические слитки. Металлические слитки, больше веревок, металлические слитки. Кстати, вот здесь вот надо будет сейчас достать у нас. У нас надо достать... А, здесь не было. Здесь у нас дерево перерабатывалось как раз. Да, дерево мы забираем. Идем вот сюда. Дерево складируем. Здесь все понятно. Вот так вот делаем. Делаем станок для выделки кожи. Так, хорошо. Хорошо, станок для выделки кожи у нас готов. И мы его сейчас выставляем. Выставляем, выставляем. А что он? Разместите на земле. Ну, это неправильно, это неправильно. Тогда сделаем вот таким вот образом. Уничтожаем здесь. Пускай у нас будет внутри дома земля, ничего страшного. Так, теперь идем вот сюда, ставим станок. Теперь мы сможем делать кожу. Как бы единственный момент, который сейчас меня смущает, это то, что в принципе я кожу не собирал никогда. У меня не накопилось кожи в большом количестве. Так, поедим немножечко. Это все, что нужно, или что-то еще? Да, и делается выделка, по идее, да? То есть все, что нужно, это охотиться на волчат. По идее, идти. Так, а здесь мне кто-то стенку сломал? Кто посмел вообще это сделать? Так, у меня где-то кто-то стенку сломал. Так, теперь делаем вот так вот.
Вот так вот. Нам нужна переплавка металла, как бы. По-любому. Сейчас заделаем стеночку вот здесь. Получается, да? Да. Заделаем стеночку вот здесь. Идем в переплавочку. Идем в переплавочку. Делаем вот так вот. Забираем металл в большом количестве, который нам нужно переплавить, потому что слитки нужны. Да? И посмотрим, переплавится ли он или нет. Ну, нормально, как бы. 2 минуты на одну штучку получается, да? Так, ресурсы у нас есть. Бита, оружие. Ну, в принципе, можно еще сделать походик. В принципе, можно еще сделать походик и там уже поохотиться на животных. А точнее, обязательно собирать шкуры с убитых животных. Это очень важно. Здесь я был, там торговец, там красная зона. Надо в желтенькую сгонять, надо вот сюда вот сгонять. Да, давайте сгоняем вот сюда. И там еще зеленая зона, да, у нас есть. Вот сюда мы попасть не можем, необходим транспорт. Эх, в этом бункере мы были, в принципе, в этой, в нашей зоне мы облазили все. Дальше уже необходим транспорт и как бы надо посещать зоны для того, чтобы фармить ресурсы. Как я понимаю, сейчас уже сводится все к этому. Блин, сколько здесь ресов, это просто жесть. Здравствуйте, здравствуйте. Так, мистер олень убегает, его нужно сидя убивать. Сейчас заберем здесь что-нибудь. Нифига, у него голова отлетела, ребята, вы видели? Просто башка. Так, сюда. Сюда, вот это заберу ресурс. О, здравствуй! Здравствуй, толстяк, я тебя очень сильно ждал. Да, дубинка месит очень долго. Очень долго нужно разборки эти наводить. Нам нужна кожа как можно больше, чтобы мы могли крафтить с вами другие всякие вещи. Так, ну веревки тоже пригодятся, в принципе. Мистер Олень? Мистер Олень. Здравствуй, мистер Олень. Так, хорошо, впалили. Зомбари нас тоже, кстати, не видели по стелсу. Так. Где-то рядом толстяк. Спасибо за напоминание. Так, вот это тоже возьмем. Так, волчонок еще идет. Так, забираем шкуру. Теперь идем вот сюда. Забираем здесь шкуру. По идее, кстати, все довольно... Ой-о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 й. Дубинки кончаются, кстати говоря. Не знаю, сколько мы здесь ресурсов, ребят, с вами нафармим. Я не думаю, что получится прям много. Но здесь вроде бы должен быть еще один контейнер. Бля, хоть бы и одежда была. Одежды катастрофически не хватает просто. Но зато экспириенса быстро получаем. Так. Все, аптечкам моим пизнец. Зомби какие-то сильные, кстати говоря. Это очень странно. Так, ставим аптечки вот сюда. Давайте, маленькие. Давайте на папочку. Там еще мистер олень, как раз вот он нам нужен. Так, иди сюда. Иди сюда, животяра. Эй-та-та-та. Сука, спугнул. Ребят, вы видели, да? Наглый зомби просто взял и спугнул мистера оленя. А так бы мистер олень достался мне. Так бы с этого мистера оленя мы с вами сняли всякой разности. Так. Аптечки уходят очень быстро. Поэтому давайте просто пока нарезаем это все. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня большие проблемы, между прочим. У меня большие проблемы. Ресурсы кончаются. Ну ладно, эмочка есть. В принципе, можно и так. С одного патрона не убивает? Что? Так, хорошо. Отлетели. Сколько нужно шкур, чтобы, блин, грамотно можно было собрать одежду? Надо посмотреть это. Потому что мне кажется, что-то слишком дохрена. Так вот по одному убивать... Пушку тратить, ну, жалковато, жалковато мне. Так. Так, хорошо, но эмочка хорошо работает. Урон, конечно, не такой, но все-таки приятно. Ух ты! Пила для грузовика. Для эффективного расчленения врагов. Блин, ребята, это интересно. Так, применяем, применяем, банки выкладываем. Ну, раз уж мы здесь, надо все это собрать, потому что в любом случае мне это все пригодится рано или поздно. Так, там еще зомбарь. Там где-то толстяк еще должен оставаться вроде бы. Блин, еще много всего по крафту надо делать. Так. Все одно и то же, ребята. Одежды вообще что-то не прокает. Одежды вообще не пропрокивает. Это очень странно. Так.
Но вроде бы все. Здесь больше ничего нет. Давайте взглянем. Давайте взглянем на крафты. Веревка. Еще плотная ткань нужна. А для плотной ткани нам нужен еще швейный стол. И вот здесь нужно 5 резиновых деталей, которые я, в принципе, не могу найти. А, так, обновление настроек не надо, спасибо. Так. Еще многие ребята задают вопрос. А, типа, через что снимаешь? Ребята, я снимаю через карту захвата на компьютере. Нет никакой программы на iOS, которая снимает видео и сразу же озвучивает его. Все это делается через комп. Я просто снимаю картинку с телефона, которая захватывается компом. Вся картинка с телефона передается, грубо говоря, в карту захвата. И там OBS Studio снимаю, как обычно, карту захвата подключаю. Все довольно просто. Играю на самом телефоне, не через эмулятор. Так. Что же мы теперь-то должны сделать? Мы с вами отфармили небольшое количество ресурсов. В зеленую зону пойти. Давайте еще сходим в зеленую зону. Взглянем, что там есть. Мне одежда нужна, у меня по одежде большая проблема. Надо на выделку поставить кожу. Ну и, соответственно, копить ресурсов. Очень-очень много ресурсов требуется. Что-то как-то в этом плане разработчики, конечно, дали жару. Прям дохренище. Еще вот есть такие редкие, как вот эти резиновые ткани, например, да? Так, здравствуйте. Вот и пиздарики, ребята. Теперь с кулачка. Кулачковый бой. Так, хорошо. Но еще мы резак можем, кстати, скрафтить. По идее, да? То есть можно еще резачок сделать. Бля, ну что одно и то же-то, а? Сыпется одно и то же. Как бы я понимаю, что этих компонентов электронных нужно до хрена. Но это одно и то же просто, ребята. Это полная дичь. Так, резак. Резаки можем с вами крафтить скоро. Причем в большом количестве. Да, вон там еще внизу есть. Так, хорошо. Да, надо с резаком уже ходить будет. Крафтить резачки. Так, хорошо, ткань. Вот ткань — это всегда приятно. Реально самый нужный ресурс, потому что постоянно тебя кто-то пытается убить. В принципе, экспириенс мне сейчас больше... Да бля, я все не угадываю с лутом. Мне не везет по хабарчику, ребята. Вообще не везет по хабарчику. Так, еще один сундучок. Да давай уже, месси. Так, может быть, здесь все-таки есть оружие и снаряжение, ребята. Очень важно найти оружие и снаряжение. Ух ты. Замочек. Все еще работает. Ребята, какие-то интересные девайсы я сейчас стал находить. Как бы уже вот не одно и то же. Но не знаю, надо ли мне это. Надо ли мне все это? Так, хорошо. Надо возвращаться домой. А, соответственно, класть кожу. Можно было больше кожи, но у меня уже нет с собой оружия. Это очень плохо. Орда зомби придет еще не скоро. Возможно, ребята, да, надо сходить на орду зомби. А как бы показать им, кто здесь папочка, блин. Прийти к ним просто с эмочкой, я не знаю, или с дробовичком каким-нибудь. И наказать их всех там. Посмотрим. Посмотрим, надо реально что-нибудь такое замутить. Интересно, если я приду к орде зомби, это будет больно? И насколько это будет больно? Так, хорошо. Хорошо, выкладываем вот эти вот ресурсы. Пока просто все сюда проскладируем. То, что у меня уже имеется, возьмем вот сюда, да? Кстати, вот так вот. Здесь у нас есть уже шестерня, здесь у нас есть болты. Здесь у нас есть вот это. Все уже в таких стаках, ребята, жестких. Уже не влазит просто все в одни места. Нужно уже вот сюда что-то откидывать. Так, шкурка. Это мне нужно. Шкурку мы на выделку. Две кожи мы с вами получили. Кстати говоря, да, довольно быстро это все сделалось. Так, две кожи мы получили. Здесь мы выкладываем две кожи. Здесь мы идем вот сюда. Здесь у нас уже есть 4 слиточка. 4 слиточка. Итого у нас их столько. По идее, можно пойти добывать, но проще это реально из ящиков доставать, такое ощущение. Так, здесь мы должны надеть вот это. Вот это. И вот это. Взять с собой нужно оружие. И еще нам нужно сделать вот здесь вот.
Крафти... Ага. Нужно 5 кожи, 4 планки, 5... Охереть. Охереть, как это стоит дорого. 5 кожи. Ну да, в принципе, на следующем выпуске, ребята, уже замутим. Торговец какой-то бесполезный, как мне показался. Вот кожи реально надо много. То есть, получается, с кожей надо реально заморачиваться. Нужно убивать как можно больше животных. В любом случае, сегодня мы сходили в бункер Браво, получили там удовольствие, расстреляли всю М-ку, но, в принципе, зашли в него, добыли много лута, но этого лута ненадолго нам хватило, к сожалению. Да и вообще было сделано очень-очень много всего. Спасибо вам, друзья, за ваши советы. Бля, может танк собрать? Вездеход. Позволяет построить вездеход, чтобы добираться до дальних локаций. Слушайте, а его сейчас можно построить? Тут не так много ресурсов, у меня все это есть. А, нет, не все. Подождите-ка. Бля, я что-то загорелся желанием, ребята, начать строительство вездехода. Металл у нас есть в большом количестве, так. Давайте сделаем так вот, так вот. Еще возьмем металл, пускай он там переплавляется. Надо древесину нарубить, получается. Либо можно сходить к соседу, который замутит нам древесину. У которого она есть, в принципе. Да, ребята, будем копить ресурсы на вездеход. Он работать должен. 10 есть, 15 есть, 15 есть, 20 есть. 25 железных слитков. Вот что нам нужно. Это, получается, больше дерева и... Соответственно, все будет у нас в кармане, ребята. Сэмочка и вояка. Ну что, спасибо вам огромное за просмотр. С вами был Шиморо, мы увидимся уже на новом видео. А обязательно почитаю ваши комментарии. Может быть, у вас есть какие-то интересные задумки. Отправиться ли нам на Орду, либо в другое место. Ну а мы увидимся уже на новом видео, да. Всем пока и до новых встреч, друзья.